Всем привет, меня зовут Виктор, и мы продолжаем прохождение Horizon Zero Dawn. Горизонт, нулевой рассвет. Ох ты, прям зашли, и красотень. Так, вчера мы остановились на том, что зачистили вот этот вот котел, а сегодня, ну, давай до сюда доберемся. Давайте до сюда доберемся. Так, чтобы сэкономить маленечко, скоротать, мы протанемся сюда. И отсюда уже пошпилим. И отсюда уже попрем. Ты мне вот так показываешь, да, дорогу? Зараженная зона 23 уровня, сон. Еще здесь этот разгунт будет, да, по пути. Блин, может заглянуть к нему в гости? Давай-ка вот так отметим. На всякий случай. Не факт, что... Как-то не факт, блядь. Отметил, значит, по любасу пойду. Это я типа так успокаиваю себя там, да, что может быть просто загляну там, краешком глаза гляну. Сейчас пойдем мы на скалу. Барыга. А ну-ка, чё барыга есть у тебя? Что у тебя барыга есть? Ну, все то же самое. Все, что у всех, да? Все, что у всех. Так, окей, продать. Что мы можем тебе продать? Так, это пустынное стекло. Давай мы тебя продадим. Тебя продадим. Так, оружие мы... Все, что не нужно было, продали. Одежда, модификации. Ага. Так, синий же я тоже продаю. А это для одежды, да? Блин, а как их? А, их различать же можно, да? Подожди, вот это вот... Это на копье. Вот, теперь я понял, как различать. А это на одежду, да? А это спирали всякие. Модификации. Может, продать вас? А, хер вы. Ну-ка. А где копье-то мое, блин? Я что, в копье ничего не могу вставить? Странно, конечно. Так, ты спираль урона. 37. А это удобство. Ну-ка, давай мы тебя вставим. И рогатина. И сколько у меня урон? Тут урон будет просто... Космический, да, получается? Там вообще она сейчас будет прям шотать.
ваншотать будем. Мы будем сейчас ваншотать только этой херней. Все это самое смертоносное орудие теперь будет у нас. Но только главное с нее попасть. Самая проблема теперь попасть с нее надо будет. По дороге пойдем, да? Отлично, блин. Называется, она бесшумно бегает, блин. Отвалите от меня, блин. Элой бесшумно бегает, отвалите. Блин, эти-то... А эти-то мудаки с Визас. Подожди, это... Так, что здесь такое? Пилозуб. Пилозуба я, наверное, вот с этой штуки смогу, да? Блин, у барыги был, спиралики не купил. Так, ну-ка, давай-ка, чё мы, знаешь? Ай, ёптать, у меня закончились припасы, да? Сенсорная. А липучка из них какая? Вот, бомба-липучка, да? Так, мне просто хочется это. А вон он, ты, да, ходишь? Блин, ну до... До него я не дотянусь. О! Линторог. Блин, тут сейчас, если его бомбануть, здесь все сагрятся. Да похеру, да? Чё нам, кабанам? А я чё, не присевший? А, ну то есть я их спугнул просто, что ли, этим взрывом? Да и пофигу. Пофигу. Я говорю, пофигу. Не, мне это... Мне хочется попасть... Блин, вот херовый прицел, конечно. То есть вообще, что ли? Ну я их... Ладно, я их... По крайней мере, шугать могу, да? Что-то шумы такие, прям это. Как будто кто-то тебя преследует, а никого нету. То есть такое чувство, что впереди какая-то очень огромная цель ходит. Так, а здесь же нам вроде
Мы же здесь сражаться должны вроде. Тот же там чувак, типа бандюган, бандит какой-то там, хулиган, которого нас послали убить. Виртуальный ресторан. Типа питайтесь его красивым воздухом. Питайтесь красивым воздухом. Пришлют воинов. Армия Великой Империи Карха, похоже, усохла в размерах. Впрочем, охотники за наживой умирают так же, как и прочие. Добро пожаловать в ущелье смерти. Ты серьезно? Я живодер, убийца, мастер по ловушкам. Потому меня и упекли в ту вонючую дыру. Мне как бы на твоей ловушке вообще фиолетово. Мне главное забраться. А, подожди, ну, по дереву, что ли, да, полезем? По-другому же точнее можешь, да, Элочка? Ты даже по дереву не хочешь? Ты вообще ничего не попутала, тварь. Так, стой, давай снова. Вернемся к тому, что здесь существуют легкие пути. То здесь не надо ломать голову, что как-то тут выделываться, выпендриваться. Если я не могу здесь залезть, значит здесь я не должен залезть. Значит, мне просто нужно найти то место, где нужно залезть, да? Только вот. Вот, да. Понятно. Как говорится, будь внимательнее. Жива еще? А ты? Да. А ты где? Ого, а ты озорница. Скажи, те бегемоты, которых я приманил, случаем не убили я нефть? Должна разочаровать. Да. Вот на то мне и нужны мои игрушки. Они отвлекают меня от боли. От боли? А что ты как сыкливое трусло убегаешь? А? От боли тебя там отвлекает что-то. Так, что, я опять не туда спрыгнул, да? Так, ладно. Ладненько, давай заново. Что-то я ему всего там 40 с этого лучка нанес. Это ж как-то. А, вот здесь, да. Не, ну ладно, я в него главное. Осторожно. Не оступись. Конечно, ловушки ты, конечно, тут придумал, чувак. Огонь прям. Они такие беспалевные прям. Их прям хер заметишь. Не спеши, лесу. Опа.
Так, стой, где этот мудила? Чтобы, если что, в него шмальнуть. Ну да, ну да. Зачем нам перепрыгивать? Мы лучше свесимся, зацепимся за край. Нет, не туда. В ущелье. Чё? Какое ущелье? Ты ебанулась, что ли, деточка? Я хочу здесь походить. Стой, подожди, тут, значит, будет у нас выход, да, отсюда? Окей. Чё, уже все, закат. Вроде только утро было. А, ну если ловушки там, значит нам туда, да? Но ты же пока еще не горишь. А ты настырная. А ты сыкуха. А, ну то есть я не могу его убить, пока с ним не поговорю, да? Прикольно. Они знают, что я здесь. Прикольно, да? Я бы его мог завалить уже просто. Опа. Вот она, она. Ловушка невидимка, да? А, ну то есть мы сейчас что, должны будем... В ближнем бою сойтись? Аккуратно! Береги пальцы! Ох, какой заботливый-то. Ну, спасибо. Спасибо, сука. Сюда. О, я думал. Сдаюсь. Кончились ловушки. Передай я Неве, теперь я буду паинькой. За кого ты меня держишь? Что у тебя в руке? А это маленькая. Опа. Ну, умер за любимым делом. Он умер или что? А, ну все, да? Понятно. Далековато. Блин, так, что? Зачистить? Нет, не будем. Не будем. Не будем. Угу.
помогу тебе применить. Здесь не пройти. Я справлюсь. Конечно. Только не без моей помощи. Блять, плыви быстрее. Да блять, снова не сюда. Не, ну мне получается надо как-то вот сейчас вот сюда вот бежать, да, дальше. Здесь я не пройду. Спалили. Значит, топим. Топим. Так, не туда нам, вот сюда надо. Добегался, что здесь уже фигурка Банукса, реликвия. Вот это я сделал крюк, называется, блин. А ну тут водопады, в принципе, везде. Ну-ка, и чё, где здесь? Ну, фигурка Банук, скорее всего, значит, сюда надо лег сейчас будет, да? Нажал вперед, она и херачит. Если остановилась, значит, надо куда-то посмотреть в бок. Элла, ёптать. Ну, прыгай, ёптать. Ну, отпусти ты. Значит, не хочешь, да? Еще выше, что ли? Ну нет, ни хера не выше. Не видно, не видно фигурку. Так, тогда. А, то есть еще. Ага.
Блин, кто их сюда? Кто их сюда, интересно это? Так. Еще две, значит, осталось собрать. О, вот эти я все собрал. Вторых только один. А первые все собраны. Блять, мне и сосуды-то остались. Один только сосуд осталось найти, и все. Ничего себе. Набор, это что? Обзорных точек немного осталось, да? Прикольно. Тут же вот сосуд один где-то есть, да? Ну ладно, чё. Как обычно, мы пошли короткой дорогой. Все как всегда, чё, чему тут удивляться. По-другому мы и не умеем. Только самый короткий путь. Мы выбираем самый короткий путь. Не, ну ты не гони, ну ты что, тут запрыгнуть не можешь? Рассказывает мне, типа, запрыгнуть она не может. Ты, блин, нет, не рассказывай мне. И не в такие места запрыгивали. Ага. Оба, это морозильный бурдюк. Не, ну бурдюк-то я могу завалить, да? Если клювом не щелкать. Летняя распродажа. Ням сейчас. Что-то с едой что-то связано. Отлично. И что? Прикольно, прикольно, мне это нравится. А, да? Прости, дружище, я тебя покину.
нормально. В принципе, нормально. Сгодится. Ну и чё, я собрал все эти... Как они там называются? Ой, где ты тут? Особые предметы. Вот, я все собрал их, да? И чё теперь? Каталог машин. Морозильный бурдюк. Ловчий. Лиходей. Бегемот. Еще вот этого не открыли, да? И здесь какие-то секретные. Медведь, что ли? Походу, медведь какой-то будет. Так, давай, что у нас тут поблизости? Так, цветок, да? Цветок. Ну, сперва мы до костра добежим. Берем, пока есть. Нет, так-то прикольно. Затаиться, этого на свою сторону перетянуть. Пусть он сражается. Это хорошо, хорошо. Мы можем уже сильных. Сильные машины можно уже переманивать на свою сторону. Это уже приятно. Если бы я всеми этими примочками пользовался еще, да? То есть, а я же чисто так по старинке, ёптать. Мне только дай меч и щит в руки, и все, и я пошел проходить игру. А здесь же всякие вон есть бомбы-ловушки, там бомбы... Так, стоп. Бомбы-ловушки, там бомбы-хитрушки, там... Что, не можем сделать, да? Так, это мы не можем сделать, а это я так и не понимаю ее, как бы. Никогда не знаешь, когда пригодится. Эффективность, но она как бы типа броню ломает, только непонятно каким образом. Ну, визуального эффекта нету от поломки брони, получается, и не совсем понятно. Был результат от применения этой стрелы, не было результата. Ну, я не понимаю, по крайней мере. Если вы как-то понимаете, ну, напишите в комментарии, как понимать. Только я боюсь, я к тому времени уже игру пройду, пока там кто-то что-то в этом плане напишет. Подожди, а здесь же получается у них есть приманка, да? То есть их можно приманивать. Вот, например, он подкрался, ты его приманил, да? Жвачники. Так, если что, я могу свалить. Если сейчас атака не получится, да, я могу свалить просто. А, ну жвачники, они, похоже, такие, знаешь, не агрессивные, да, получаются? Их отогнать, ну... Я уже со жвачниками давно не этовался, не закусывался здесь, поэтому уже и подзабыл,
что они себя так ведут. Не, ну если они себя так ведут, то я пойду сейчас следующего жвачника завалю. Да-да-да, давай сюда. Здорово. Так, здесь где-то цветок должен быть. Ищем, ищем. Показывает, что где-то здесь цветок есть. По крайней мере. Тут кроме элементов... А, нет. А, так я тебя пробежал уже? Охрененно. Так, еще два третьих осталось собрать, да, и... Только вот теперь осталось бы вспомнить, кто мне за эти... Еще бы вспомнить. Так, ты там не базарь, слышь? Хрюкать там будешь мне еще. Долгоног какой-то там пшивый. Был долгоног, станешь коротконог. Если вообще не без ног. Потому там не базарь. Так, ну все, пошли к этому теперь, да? Блин, тут костерок, костерок. Так. А почему ты мне... Но... Заря? Заря, заря. А, заря это закат? Нет, заря это рассвет, да? Какая заря? Я... Элла, ты чё путаешь? Какая заря? Ёптать, у нас день на носу. Я чё-то не понимаю тут, конечно. Ну, это, в принципе... Рандомные ее текстовые фразы, диалоги, которые она там говорит. Поэтому у нее может там и заря скоро. Конечно. Жрут, жрут, не покладая рук. Все. А теперь побежали, опа, к Сайлосу, да? А теперь долбанок, долбанок. Угу. Так, стоя, может быть нам удастся какого... Я же могу теперь и этих долбоногов приручать. Я же теперь их приручать могу, по-моему, да? Только вот как к нему подкрасться? Иду там приручением этим сейчас страдать. Подкрасться как-то, приручить его, ёптать. Давай добежим там. Вот у нас
Сайленс послал туда хер знает какое количество времени назад, а я тут все бегаю. Добежать не могу. Так, опять мы, короче. Ну тут чё, хочешь не хочешь, придется тут шимыть. Здесь прохода нету. Сюда тут в обратку, ну, через долбоногов придется этих идти. Ну, только если через горы мы, конечно, не облезем, не пролезем. Ну, что я сомневаюсь. Так, ну-ка. Ну-ка, вот эту давай-ка попробуем. Оба-на. Хороша. Хороша. Так, стоять. Я же говорил, просто ваншотная штука будет. Просто ваншотная штука получилась. Так, тут еще тогда надо просто выбрать, какая самая. Это 310 дает, это 207. А это 155, да? Ну, вот это вот самая ваншотная штука. Вообще прикольно. Надо запомнить. Солнышко. Я буду тебя называть Солнышко. Я буду называть тебя Солнышко, так что ты там не обижайся. Но ты штука ваншотная, то есть... Двух лентарогов просто. Две бомбы, два лентарога. А вот она, третий, да? Блять. Как говорят, в трех соснах заблудилась. А, то есть под... А, нет, убила. Я думала на это. Типа, не, ну на тебя я эту штуку тратить не собираюсь. Я тебя копьем нахер тут расхерачу. Че, думаешь, не расхерачу копьем? Элла, не удивляй меня. Че ты нам еще сказал? Еще и материшься, что ли? Ты еще и материшься, тварина? Так, а где второй лентарок? А, вон он. Я же его в кустиках тут похоронил. Не, ну вообще нормально, прям это. Кайфую, кайфую от такого.
от такой мощи. Так, ну-ка. Ну, тут вот так, да, бежать надо. А там эти... А тут эти, да, чудовища. Лесные. Так вот, ну тут есть кустики. Давай две на всякий случай. Не, ну это сильная машина, это сильная машина, то есть рассчитывать, что он ее, что. То с двух этих третью промазал, конечно. Ну, третью, вернее, не успел прицепить, а так-то нормально, в принципе. Сука, ты дойдешь сегодня, нет, до этого. Блин, до хера этих штук на нее тратится, конечно, нужно. Костер вот здесь, да? Так, это что мне? По реке надо, да? Давай! Чё нам, кабанам? Топи! Конечно, он типа слепой, да? Не видит тебя. Они ж слепые, тебя не видят. Так, нормально, мы прорвались и костер вон туда. Штука. Не обязательно всегда тут краситься. Так, а тут барыга, да? Так, а чё я хотел у барыги-то что-нибудь продать или купить? Ну, ресурсы.
Так, это мы... То, что у нас идет, расходуется на изготовление ржавый хлам. То, что у нас тратится на изготовление, мы ничего такое продавать не будем, а вот все остальное мы продадим. Ядро машины малое. Если она редкая, то, наверное, не стоит его, наверное, продавать, да? Потому что хер его знает. Я вот не понимаю, почему я... А, мое копье не модифицируется. А если у меня есть эти-то... Блядь, неужели... Неужели нету копий других? Где мне вообще какое-нибудь копье еще найти? То как-то... Так, а сколько, подожди, у меня очков? 3 очка навыка есть, я могу что-то вкачать же. 3 очка навыка, что это такое? Атака снизу? Блин, а нужна она мне, атака снизу, нет? Быстрее перемещаться. Эффект концентрации увеличивается. Быстрее приряжаете оружие. Так. А, то есть сразу несколькими стрелами, да, можно? 3 стрелы. То есть получается мы можем... 3 очка надо, да? И ш... А, подожди, это... А, то есть вот оно когда, то есть получается вот так вот. Так, это что такое? Боевой перехват? На 50% дольше. Давайте авы. А, так. А, вот это сперва. А, вот оно когда. То есть, типа, вот так. Вот. То есть, я могу теперь подманить. Их ну, можно подманивать. Отмене, значит. И как же мы это сделаем? Ах да, я забыла. Не мы. Я одна тут рискую шкурой. Ты только слушаешь. Элой, не нуди, поняла? Не нуди. Я вижу упоры, а не там, где ты и сказал. Ты слышишь, Сайленс? Нет? Ну и молчи себе. Так, а что, мы сюда не можем, да? Я думал, здесь типа проходик какой-то будет. Типа понадеялся на это. А кто это? Сайленс эти упоры, да, подготовил? Ладно, что дальше? А дальше жди. Присядь у костра, отдохни. Как наступит ночь, поговорим. Ну, хоть костер составит мне компанию. Окей. Как мило, что ты наконец объявился. Наша задача очень, на эту ночь — обрушить сеть затмений. Это я уже знаю. Вопрос... Как? Сначала тебе надо проникнуть на главную базу затмения. Чего? На базу. Проникни на базу. Я постарался и привел тебя к черному ходу. Тебе нужно пройти в расселину. Дойдешь до базы, увидишь цель. Это древний длинношей, который был изменен. Ого.
Заберись на него. На верхней стороне диска ты найдешь нового в общем модуль. Разбей его, и тогда вся сеть визоров обрушится. Так ты состоял в затмении? Никогда нигде не состоял. Я преследую лишь свои интересы. Но я действительно помогал затмению, пока не понял, как они опасны. Это была ошибка, и я делаю все, чтобы ее исправить. И с чем именно ты им помог? Молодец. Иди в расселину, Элой. По-моему, тебе сейчас должно быть не до расспросов. Так, давай. А, вот костер, да? Сохранились. Так, я предлагаю на сегодня на этом закончить, потому что чувствую, обрушение затмения дело длительное. И продолжим в следующей серии. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии. Всем пока, до новых встреч.